В книгах Шрила Прабхупады все представлено ясно. Я прочитал несколько других духовных книг на телугу на моем родном языке до прихода в ИСКОН, но ясность, которую я увидел в книгах Шрила Прабхупады, огромна и несравненна. И шастра Чакшуш позволяет нам увидеть путь, и Прабхупада помогает обрести это видение. У нас материальное видение, Шрила Прабхупада дает нам этот шастра Чакшуш. Я бы даже сказал, что когда мы читаем Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, читаем Чаритамриту, Бхакти-расамрита-синху и другие книги, мы получаем это правильное видение, потому что Прабхупада перевел трансцендентную информацию и сделал ее понятной, читаемой и актуальной для обычного человека. Поэтому, получив этот шастра Чакшуш, и хоть мне очень нравится философия, я принимаю ее и следую ей, но больше, чем философия, более глубже, Шрила Прабхупада рассказывает видение на действия персонажей в Шримад-Бхагаватам. К примеру, как Читракету отреагировал на проклятие Мати Парвати, как Махарадж Парикшит отреагировал на проклятие сына Шамикириши, как пандавы реагировали на различные проблемы, как реагировал Кришна. Так что ответы всех этих преданных должным образом освещают происходящее, и это удивительно. Мы постоянно сталкиваемся с разным опытом, и хорошим, и не очень хорошим в нашей повседневной жизни, потому что, чтобы эффективно реагировать на различные жизненные ситуации, мы должны иметь какое-то вложенное понимание. Этого понимания очень много в книгах Шрилы Прабхупады. Я очень рад возможности читать книги Шрилы Прабхупады и обобщать благо, которое предложено в этих книгах в 1-2 минуты. У нас даже очень большой проект на эту тему. У нас есть некоторые идеи. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.